Добрый день, друзья. Я быстрый олень вновь с вами. Наступающим Новым годом. Поезд Сапсан. Полет нормальный. 200 км в час, 4,5 часа от Москвы до Питера. И ирония судьбы. От мечты до реальности всего 4 часа езды на скоростном поезде Сапсан. Вчера Москва, а сегодня Питер. Предновогодний, красивый и сказочный. Прошло 100 лет, и юный град, полночных стран краса и дива, из тьмы лесов и стопи блат вознесся пышно, горделиво. Где прежде финский рыболов, печальный пасынок природы, один у низких берегов бросал в неведомые воды свой ветхий невод, ныне там, по оживленным берегам, громады стройные теснятся, дворцов и башен, корабли толпой со всех концов земли к богатым пристаням стремятся. В гранит оделась Нева, мосты повисли над водами, зелеными садами ее покрылись острова, и перед младшей столицей померкла старая Москва, как перед новой царицей парфероносная вдова. Если бы вы знали, как приятно оказаться в Санкт-Петербурге в декабрьское пасмурное утро у этого теплого очага. Привет из Питера. Люблю тебя, Петра творения. Люблю твой строгий, стройный вид. Не выдержав на течение береговой ее гранит. Твоих оград узор чугунный. Твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безумный. Друзья, как хорошо в Санкт-Петербурге, в новом районе, легко дышится. Привет из России. И в Питере можно найти быстрого оленя. Мы от всего сердца поздравляем быстрого оленя с Новым годом. Горячий привет из Санкт-Петербурга. Ура! Ура! Он как будто околдован, как будто к мрамору прикован. Сойти не может вкруг него вода и больше ничего. И обращен к нему спиною, неколебимой вышине, под возмущенную Невою стоит с простертой рукою кумир на бронзовом коне. Ночной Питер. Я готов. Дорогой быстрый олень, поздравляем тебя с наступающим 2012 Новым годом. Желаем тебе успехов, будь таким же хорошим и быстрым оленем, твой Дед Мороз и Снегурочка. С Новым годом! Из Санкт-Петербурга. Из Санкт-Петербурга.